Это Антон Лирик! Давайте мне Чеховой покажем такой номер с длинным-длинным объяснением. Вот представьте себе, у каждого была такая в жизни ситуация. Вы, ребенок, и там подросток, родители уехали на выходные, ну, куда-то очень далеко. Естественно, вы устроили вечерину, веселились, два дня отрывались. И вот в воскресенье вечером родители вернулись. Разговор отца с сыном. Так, Андрей, так, может, расскажешь мне, что здесь было? Что здесь было, я спрашиваю? Что это? Чем ты занимался два дня? Я уроки учил. Уроки ты учил, да? Это ты уроки учил? Больше ты ничего не делал, да? Уроки учил? Ну, что как, ну, книгу читал еще, книгу, да. Еще книжку читал? Да, там, про телепатию, там. Так, что ты такой бледный, скажи мне? Вот скажи мне, чего ты такой бледный для начала? Бать, ну два дня без свежего воздуха дома учил. Два дня. Так, ладно. Где? Где ящик с помидорами стоял на балконе? Где он? Ну, они испортились. Испортились они? Да, там мухи были. Я их схватил в унитаз. Так, ладно, хорошо. Об этом забыли. Почему свет горел всю ночь у нас? Вы уехали, мне страшно было. Так. Ну, страшно ему было. Я повключал, все там. Музыка гремела всю ночь. Ну да, я думаю, так, чтобы развеять себя, взбодрить так. Там. Стоны слышались! Это мне живот болел. Живот болел? Да. Я просто как-то проснулся, начал болеть, я стонал. Стонал, да. Там... В ванной, на кухне стонал. Так. Да. В ванной, на кухне. Места себе не находил. Так. Места не находил. Да, болел. Все. Ладно. Болел. Так, спросим по-другому. Чьи это женские трусы в спальне? Это мамины? Это не мамины. Думаешь, мама что-то скрывает от нас? Так, Андрей, ты курил? Нет. Ты курил или нет? Почему окурки в унитазе? Почему окурки в унитазе? Так это я помидоры выбросил? Так. Он забился. Я вызвал сантехника Семёныча, он там курил. Почему окурки с помадой? Он гей? Так. Вот так вот. Ладно. Расскажи мне, как люстра упала. Как упала люстра? Бать, ну я эту книгу про телепатию дочитал, думаю, проверю, и она бах, и лежит. С мясом вырвал! Ну, силы разума еще не до конца изучены. Так, Андрей, бать. Ладно, бутылка виски. Тоже силы разума ее испарили, или что? Литр виски кладелся, литр! Ну, это дядь Петя, этот сосед с третьего этажа, зашел, говорит, одолжите, сосед, я ему дал. Я позвоню ему сейчас, да, прошу. Что ты, не звони, он все равно неправду скажет, он подставит меня. Чего вы там подставите? Ну, у него со мной старые счеты. Какие? Ну, помнишь, на прошлых выходных вы тоже уехали, а он пришел и у нас на кухне нарыгал, помнишь? Так, ладно. Я понял. Я все понял, хорошо. Что с хомяком? Мне тяжело об этом говорить. И все-таки. Он как-то кашлял с утра. Кашлял. Скажу конкретнее, почему он в микроволновке? Так. Я говорю, Петюня, что с тобой? Вот так, вот так. Так. Вот. Так. Я так чувствую, морозит, ему холодно. Погреть его решили, понятно. Не перепутал режим.
Хорошо. Последний вопрос, Андрей. Почему тебе так воняет? Чем от тебя так воняет, скажи мне? Ну, я расту. Растешь? Формируюсь, так сказать, во взрослый организм. Долго еще? Что? Формироваться будешь. Ладно, Андрей, объясни мне только одно. В это я верю, хорошо. Кто эти люди на диване? Понятно. Ты уроки учил, не знаю. Книжку читал. Кто эти люди на диване? Вот тут батя согласен. Виноват. Бери ремень, секи меня. Андрей, почему они голые? Безжалостно секи. Андрей, кто это? Секи так, чтобы на всю жизнь помнил. Они неадекватные вообще. Батя! Большое спасибо. Андрей Малой.